Здравствуйте, вас приветствует waterlilia.ru, наш канал про нимфеи. Вот сегодня хочу показать мой гибрид. Присвоил ему имя леденец, лолипоп. Вот такой цветочек. Он цветет кубком. Вот, на третий день раскрывается. Так вот, он достаточно простой, но мне он нравится тем, что обильно цветущий. И у него цвет вот не желтый, а такой кремовый. Вот из-за этого я назвал его леденец. Цветет обильно. Вот смотрите, видите, еще идут бутоны на каждом кусту. Вот если посмотреть, вот бутоны. Вот он. Смотрится на воде красиво. Очень большие лепестки в виде лодочек и с большим желтым центром. Цветет как тюльпанчик. Вот видите, еще идут бутоны. Листва у него с крапом. Сейчас, конечно, они чуть подзакрылись. Не успел я вовремя снять. Вот, но смотрится очень красиво. А самое главное, обильно цветет. И отлично зимует. Это вот нимфейка лолипоп. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал.